В обстоятельствах разбираются следователи и сотрудники прокуратуры. В Белогорске 4 июня произошла трагедия. Во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации 16-летний участник соревнований из Архаринского округа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Станислав Милюков. С его слов, на ринг подросток вышел без защитного шлема. Организацию спортивных мероприятий и соблюдение правил безопасности проверяют сотрудники регионального управления. Управление СК РФ по Амурской области. Еще одна трагедия произошла в поселке Юктали Тындинского округа. Там при пожаре в деревянном доме погибла 35-летняя женщина с новорожденным ребенком. Идет доследственная проверка. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Оказывать необходимую медицинскую помощь участникам СВО и их родным в максимально короткие сроки. Такое поручение дал губернатор Василий Орлов. Глава Приамурья отметил, каждое обращение необходимо отрабатывать индивидуально. Кроме этого, региональному Минздраву нужно обратить внимание на лечебное учреждение, где проводится реабилитация. При необходимости провести ремонт, закупить оборудование, мебель. Соблюдение запрета на привлечение мигрантов для работы в сфере сельского хозяйства будут контролировать специальные рабочие группы. По поручению губернатора Василия Орлова они были созданы и начали работу во всех районах Приамурья. В межведомственные группы вошли представители исполнительной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов. С начала года факты незаконного привлечения иностранной рабочей силы выявили на сельхозпредприятиях в 8 районах и округах области. По всем случаям ведется разбирательство. Нет ничего страшнее одиночества. Пост под таким заголовком опубликовали в телеграм-канале «Амурец». Знаменитую пару лебедей из Ивановки знают многие амурчане. Около 5 лет птицы обитали на местном озере Лотосов. Стали символом любви и верности жизни и добра. Полюбоваться на них приезжали десятки жителей и гостей нашего региона. В этом году после зимовки пернатых выпустили на Бамовские озера. Новый дом им пришлось найти, чтобы избавить от назойливого внимания людей. Однако Февронию загрызли собаки. Теперь Петр плавает один в поисках возлюбленной. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18:00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АУ-ТВ.